Тут подъем еще круче, чем снизу был. Поэтому я и говорю, что два раза за день. Это было как еще посмотрим, что завтра с нами будет. Недавно тут проходили с палками. Я уже как следопыт. Вау. Скоро лес закончится. Точнее, мы сейчас выйдем наверх. Так, по лесу еще пройдемся. И потом будем на пар. Вот это мне очень нравилось, вот эта штука. Видишь, как его? Да, красиво. Красиво.